Да, 14-е возвышение. У малых боссов увеличивается сердце. Давайте рандом, мне нравится рандом. Я забыл просто, кем мы играли в прошлый раз, поэтому погнали рандом. Чего попадется, то попадется. Держи сердито. О, у нас есть ректор Мерцала. И снова у нас отбросы всех видов. Молельщик с бесконечностью угасанием. Две копии освещенных капель, которые накладывают выгорание на союзников с выгоранием. Опять агарки. Они нам постоянно выпадают. Мне они нравятся. Мне нравятся агарки. Ими сложно играть, по-моему, мы им реже выиграем, чем остальными. Восстановление и два мерцания. Окей. Пошли за артефакт смотреть. Три ксили магии или семь энергии в первый ход битвы. Окей. Один из уникальных случаев, по-моему, когда я возьму три силы магии. Из-за двух мерцаний в колоде. Два мерцания в колоде, три силы магии, это будет 5 урона мерцания. 5 урона даст нам много-много киллов по мелочи. Да, пог, восковая мафия. Мои любимые билды на жадность как раз делаются через восковиков. Печка пока что нам не интересна у нас. Если были демоны, у них там изувер есть. И ректор Мерцала, который переплавляет, либо ректор Мерцала с выгоранием. Блин, ну ректор Мерцала с выгоранием, который 60-60, он, конечно, очень крут. Он прямо бум-бум-бум расстреливает все, что движется. Переплавка. Что мы будем с восковиками делать, если мы их не переплавляем? У нас вот есть освещенная капли, две копии. Это, если их накидывать на ректора, это 9 ходов бессмертия на ректоре. Не бессмертия, а... Бог, бессмертная восковая мафия. Яркое пламя или трус. Окей, знаете что, чат? Challenge accepted. Яркое пламя. Бум, погнали. Yes. Вперед с музыкой. И ректор идет на первый этаж, он должен дамажить. Мы его будем прикрывать мелочевкой. Варлоку заплатите. О, господи. О, нет. Чеканной монетой. Варлоку заплатите. Чеканной монетой. Чеканной монетой. Ее победка с помощью лечения в кострах. Господи, Shadow Cat. Shadow Cat, спасибо тебе огромное за донат в 2001 рубль. Господи, ты что, Shadow Cat? Shadow Cat, нет, это слишком много. Это, ты что? Что ты делаешь? Чувак, это слишком большой донат. Безумец! Спасибо тебе огромное! Зачем? Я тебе мега благодарен, чувак. Это слишком много. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за гигантский просто сумасшедший донат. Тут я ничего не могу сказать. Там чат уже хайпует по полной. Мне даже ничего говорить не надо. Чат, спасибо вам большое за хайп. Shadow Cat, спасибо тебе громадное. Победка с помощью лечения в кострах, ну, знаешь, тебе можно. Тебе меня можно троллить. Чат, вот так можно троллить лечение в кострах. Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное. Жесть. Просто жесть. Я в шоке. Спасибо тебе громадное. Безумие. Это победа для тебя. Это победа для тебя, Shadow Cat. Что бы ни случилось, знай, эта победа будет и есть для тебя. И мы ее сейчас сделаем для тебя. Поехали. А ректор Мерцала умирает? Ну да, точно. Да. Хорошее начало. Свети огромное. Окей. Так,
Я сбился. Все, так, сфокусироваться. А, господи, там Никита, спасибо тебе тоже за донат. Спасибо тебе большое. Привет, я наиграл около 60 часов, играл только Алтоносом, у меня не открыто много реликвий, много реликов не были мной встречны. Вопрос, есть ли такие реликвии, которые открываются при игре за других персонажей, которые станут выпадать Алтоносцу? Да. Ответ на твой вопрос, да. За каждого персонажа открываются свои релики. То есть тебе нужно всеми поиграть. Всеми пройти. Ты можешь играть на нулевом возвышении. Главное всеми открыть там пятый или какой уровень прокачки. Просто выигрывая забеги. Не обязательно выигрывая, просто играя в забеги. Поэтому надо всеми поиграть. Окей. А мы хотим ректора прикрыть. Мы хотим еще... Кроме того, чтобы прикрыть ректора, мы хотим убить коллекционера. Коллекционера мы только мерцанием можем убить эксклюзивно. Здесь вопрос в жадности, насколько мы хотим это. Я думаю, мы больше хотим 75 золота, чем сохранить хп ректору. Я реально так думаю. Мы потеряем 26 здоровья на ректоре, но наши восстановления с силой магии, они очень хорошо лечат. Я думаю, мы сделаем жадность здесь. 50 золота, не 75, но все равно. Я надеюсь, что это нас не убьет. Okay. Нам нужно мерцание наверху сыграть. Как у нас следующий ход? Следующий ход у нас не будет урона. Мы можем вот что сделать. Мы хотим минимально получить урона по сердцу. Эти чуваки дойдут на сердце на следующий ход. Соответственно, мы наверх кинем сейчас мерцание. Эти четверо переходят на еще выше. Мы ничего им сделать не можем. Стюарды их не убьют. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно мерцание кинуть на второй этаж здесь, чтобы убить четверых. А эти трое, да, дойдут до сердца, и сердце получит 15 урона. Это много, но... Ну что ты, что будешь делать в такой ситуации? Ничего особо не сделать. И мы здесь ставим... максимальную защиту. Выгорание, 15 урона мы получили. Но по идее мы должны убить босса. В определенный момент мы убьем босса. Может мы не убьем босса. Может быть босс убьет нас. Очень много урона. Чертовски много урона. И ректора убьют. Большой просчет с нашей стороны. Не хватило урона там. Очень-очень сильно. Ректор нас здорово подставил тем, что он бесполезный. Мы не умерли, но урона получили целую кучу. Окей. Хорошо. Как мы будем это делать, чтобы так дальше не было? Очень много урона получили, да. Нам нужна формовка, наверное. Нам нужно переплавлять. Берем формовку, переплавляем. Переплавляем бойцов. Расплав можно также взять. Незаметность для ректора. Расплав очень хорош. Но его нужно возвращать формовкой, чтобы снова играть. Так что нам нужно именно это. Если 2001 для тебя слишком много, отсылай их мне. Будет чем донатить. План надежный, гарантирую. Рейнмар, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за донат. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Спасибо тебе огромное. Да ну, здесь просто, блин, я как-то, не знаю, я... Нет. Ну, это, конечно, очень круто, но я могу этим заниматься каждый день стабильно, только благодаря вашей помощи и поддержке. Ребят,
Я супер-мега благодарен. Просто, не знаю, я как-то... Не уверен, что я настолько хороший контент делаю. Ну, я стараюсь делать лучше и лучше, но я не уверен, что настолько. Ну, спасибо огромное, что еще могу сказать. Спасибо и тебе, Рейнмар, большое. Окей. Мы можем сделать бритвенное лезвие, улучшить верстали, цепку лозу. Цепка лоза. 6 урона перемещает цель вперед. На самом деле неплохо. Таргетовый урон, которого у нас сейчас несколько не хватает. А, у нас есть два мерцания массовых, ну то и все. Таргетовый урон всегда нужен. Если мы берем бритвенное лезвие, да, мы можем усилить ректора. Но мне кажется, ректор и так сейчас будет наносить тонну урона. Ректор просто весь урон будет наносить. Мне кажется, мы берем цепку лозу сейчас. Я не уверен, что я хочу бафать ректора. По-моему, нам нужно таргетовый спелл иметь еще один. И нам нужно здесь кого-нибудь взять точно. Окей. Кто у нас босс, кстати? Босс накладывает минус силу. Внимание, босс накладывает минус силу. Нужно смотреть на это и не брать такие вещи, как анима, которые играют через мультиудар. Мультиудар будет на боссе очень-очень слабый. И следим за этим. Агарки, которые... Одни из самых сильных у них чуваков, это отбросы или как их там, они как раз через мультиудар играют. И мультиудар будет особенно неэффективный. Поэтому, по-моему, что мы здесь делаем? Мы берем либо колючего пустого, либо пробужденного пустого. И мы его будем лечить восстановлениями и мерцаниями, которые у нас есть. И будем... сделать так, чтобы он наносил урон. Вопрос между пробужденным пустым и колючим пустым. Кто из них будет сильнее? Дебафы на силу? Они не контролируют колючего пустого. Колючий пустой. Ему все равно на силу. Поэтому мы его берем. Потому что да, сила и шипы — это две разные вещи. Да, колючий. Это как раз тот билд на шипы, который нам нужен, которого мы заслуживаем. Окей. А нам не нужны бафы на магию. Ну, нужны, конечно, формовку сделать сильнее было бы неплохо. А мне кажется, нам нужны бойцы пробужденных здесь, а не... А не агарки. Потому что какие бойцы агарков нам заходят? Ну, есть некоторые. Но мы уже вытащили одну формовку, она будет переплавлять. Потом мы идем на бойцов пробужденных и хотим... набрать чуть побольше бойцов. Может быть, усилить хилки. Пробужденный пустой. Два. Еще один запасной пробужденный пустой. Мы точно не можем оставлять пустые этажи. Я думаю, что мы хотим это заполнить все три этажа. Такие та-та-та-та-та-та. Все этажи заполнены, они полны воинов, которые будут наносить урон. Чтобы у нас не было пустых мест. Окей. Бабка нам нужна. Да, бабка с выгоранием была бы неплоха. Согласен, согласен, согласен. Легион? Я не помню, что легион. По-моему, я беру пробужденного пустого, просто чтобы он был... Недобитка. Есть комбо, недобитка плюс снижение стоимости на формовку. Или на мерцание. А что если каждый ход... Пассивно. 5 урона, 5 лечения. Бесплатно. Но если мы сделаем фармовку бесплатной, уф. Да, мы сможем переплавлять все. Слушай, давай, мы, наверное, так делаем. Это будет для нас как бы защита на будущее. Плюс 10 силы магии должны идти на мерцание по-любому. Это, конечно, сделает мерцание мега сильным. Теперь с ректором можно не заморачиваться. Его... Нам даже не нужно ректора теперь... даже не нужно ректора пытаться бафать этими каплями. В принципе, ректора убивают, пофиг, возвращаем его и все. О, окей. Так. 15 хп, а?
10 брони. Мы не берем броню здесь. Мы не можем себе позволить, короче, броню взять. Даже с нашими дополнительными силами магии и всем остальным. Это слишком рискованно. И босс со скашиванием. Спасибо огромное, чат. Я все время забываю. Это босс со скашиванием. И... Да, только у него скашивание. Мы все равно не берем броню. Да, скашивание будет убивать всю мелочь нашу. То есть ректор должен его убить. Окей, погнали. Йоу, Алена, привет. Привет, леди Алена. Добро пожаловать на стрим. Окей, как мы хотим это играть? Где мы хотим видеть шипастого? И где мы хотим видеть пробужденного? Ректор, я думаю, не обсуждается. Ректор идет на первый этаж. Ректор танчит. Ректор дамажит сколько может. Пускай его убивают. Мы даже не будем заморачиваться. Алена, Slay the Spire сегодня уже был? То есть смотри, какой у меня план в ближайшее время на стримы. На этой неделе мы попробуем играть 3 игры каждый день. То есть что мы делаем? Мы играем Spire, Monster Train и третья игра. Либо Terraria, либо что-нибудь новенькое. То есть поскольку я увеличил сейчас длительность стримов до 6 часов, соответственно, я хочу попробовать делать 3 игры. Еще давно, когда я только начинал стримить, это у нас был стандартный формат. Я тогда стримил раз в неделю, это, не знаю, год-полтора назад. Я раз в неделю стримил, всего лишь. Это было как такое, знаешь, большое шоу, в котором 3 сегмента, 3 игры. И, соответственно, здесь я сейчас хочу попробовать вернуться к тому же формату, но каждый день. Вот, вот так вот. Опять? Чё опять? Ну, Алена задала вопрос, чего? Работа не отпускает, можно ли Slay the Spire поменять местами? Блин. Да, получается, что ты на Slay the Spire не попадаешь. Ну, в принципе, без разницы, в каком порядке игры играть, да? Мы можем попробовать так и так. Ну, так-то, я думаю, что никакой разницы, что зачем играть, нету. А под Тарков будут отдельные стримы. То есть под Тарков будет... Фулл Тарков стримы все еще останутся. Наверное, раз в 3 дня. То есть 2 дня шоу из 3 игр, 1 день фулл Тарков стрим. Так вот. Посмотрим. Ну, сегодня пока так, там дальше посмотрим. И да, стримы у нас сейчас обычно с 3 начинаются. Ректор точно идет на первый этаж. Я думаю, мы к нему ни одного из колючек ставить не будем. Мы... По-моему, колючий должен стоять на 3 этаже. Правильно? Потому что какая разница, где колючками бить? Пробужденный на 2. По-моему, вот это верно. Мне так кажется, в таком случае. А агарков и все остальное мы будем на 1 этаж кидать. Количество на первой, чтобы мелочь убивалась. Интересный вариант. Может быть, да, так и верно будет поступить. Надо экспериментировать пока что. Но с другой стороны, мелочь пускай убивается об ректора. Пускай ректор тут убивает, чистит мелочь. А лечить мы хотим колючего и пробужденного, правильно? И все. Примерно так мы и играем. Колючего надо прям захиливать. Слушай, возможно... Дело в том, что антимелочь у нас есть. Не знаю, насколько нам актуально. Не успеваю с работы. Очень нравится Slay the Spire, но банально не успеваю закончить. Понимаю.
Ну, мы посмотрим еще на расписание, насчет расписания стримов. Опять же, для меня это, ну, фулл-тайм для меня несколько в новинку. Я все еще экспериментирую, все еще пытаюсь найти то, что будет работать, то, что будет максимально подходить максимальному количеству зрителей. План примерно такой. Окей. Священное очищение, вплавленная взрывчатка и формовка. Понимаю, сказал безработный. Ну, я примерно 12 лет работал до этого. В разных особенно местах. Абсолютно. Я где-то с 18 лет работаю без остановки. Поэтому я думаю, я могу как-нибудь понять. Да? 12 лет я работал, ну, без перерыва. С 18. Да? Считается за работу. Могу я понять рабочего человека или нет? Священное очищение. Ну, это можно лечить ректора. По-моему, оно нам не нужно. Мы не хотим лечить ректора, мы хотим его переплавлять. Нам не нужна вторая формовка. У нас есть одна формовка. У нас есть одна формовка, да. Ален, спасибо тебе большое, что смотришь, да. Как раз для этого, понимаю, потому что стримы большие, играем много. Соответственно, конечно, смотреть все нереально. Поэтому я все это нарезаю на YouTube и выкладываю на YouTube, чтобы все это можно было посмотреть. Все записи стримов всегда будут на YouTube. Всегда. Поэтому я все буду выкладывать на YouTube как можно быстрее. То есть то, что мы сегодня поиграем, завтра выйдет на YouTube. Все можно будет посмотреть. Формовок много не бывает. Чат, по-моему, вы меня разводите. Как много не бывает? Мы же не играем через формовки. Нам формовка нужна по большому счету, чтобы ректора воскрешать. По-моему, это скип, чат. Формовка личная, я так думаю. Усиленные уколы. Еще одно мерцание. Или целебный взрыв. Восстанавливает 13 здоровья союзнику, наносит переднему бойцу противника урон, равный x5 восстановленному количеству здоровья. Мне кажется, мы должны взять целебный взрыв. Целебный взрыв отлично сюда подходит. Нам как раз еще одной хилки не хватает, так, чтобы колода вообще захиливала все, что движется. Лечения нету. Где мое лечение? Чат, где лечение? Они забрали его. Идем за артефактом тогда. Апгрейды на магию у нас денег маловато. С вероятностью 50% накладывает ошеломление на бойца, проникающего в ваш поезд. Понятно. Выпивка мерцала. Когда вы призываете бойца, стоимость случайной карты в руке снижается до нуля на этот ход. А, серьезно? Такой артефакт есть? Вау. Вау. О, это очень круто. Но. А по-моему, тут никаких но не может быть. Ошеломление, с другой стороны, блин. Чат, но ошеломление. На первом этаже. Ну, с другой стороны, я имею в виду. Тематический ран. Еще один колючий, есть анима скорости. Мы берем аниму. Анима как раз пойдет к одному из пустых. Либо третий, либо второй этаж, без разницы. И она будет помогать сливать танков. Привет, как дела? С работы ушел. С половиной что-нибудь решил или как корабли, которые в море. СТС, кстати, надоел ужасно, поэтому не заходил. А поезд ничего так. Я вот 18 лет уже работаю с двух отпусками по 2 недели за все года XD. Йоу, Фалькюкон, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе громадное за донат, 128 сердечком. Спасибо тебе большое за поддержку. Так, как дела? Дела хорошо. У меня хорошее настроение. Я радуюсь стриму очередному. С работы ушел? Не ушел, но здесь ничего не открывается. Я не знаю. Пока что фулл тайм.
и фулл-тайм. А с Женей мы видимся. Мы вчера с ней виделись. Мы видимся, но живу я все еще отдельно. Я живу в своей квартире, свободный как орел. Я очень рад, что тебе нравится Monster Train. Мне тоже он очень нравится. Я буду с собой честен, это, наверное, одна из лучших игр, которые я играл за последние годы. На уровне с Dicey Dungeons, наверное. 18 лет работаю с двумя отпусками по 2 недели за все года. Да, примерно так все, да, все и работают. Ну, классика. Отпуск тоже хорошо. Отпуск тоже хорошо. Окей, средний осколок. Который хилит. Мы должны взять средний осколок. Нам это нужно. Нам очень это нужно. И не буду брать апгрейд на бойцов. Нам нужен отхил. Если... Я понимаю, что мы еще только что пожертвовали хп пекла. Но... Типа... Я не знаю. Нам нужно не пропустить ни одного человека доверху. Либо если пропускать, то мелочь, от которой сердце похилится. Наш единственный шанс. Итак, мы можем колючего поставить действительно на первый этаж. Во-первых, он сейчас умрет, если я его поставлю на первый этаж. Это первое. А второе... Ключ мелочь уберет. Пропусти их, это плюс 20 хп. F забег. Чат, что вы? Это слив? Чего? Что случилось? Чат, вы чего? Они первыми бьют. Да, они убьют колючего. Мы ставим колючего, лечим его. У него ровно 20 хп, они его убьют. Скип хода? Нет. Мы сюда ставим ректора. Мы не будем скипать ход. Окей? Мы колючего поставим на третий этаж. Потому что на второй мы его тоже не можем поставить. И отбросов я поставлю за ректора. Пускай ректор танкует. Опять же, если он умрет, то для нас не так критично. Один пробежал. Пробежал всего один. И мы... Знаешь что? Мы сейчас аниму скорости на второй этаж поставим. Или аниму лучше на третий поставить. Если анима будет на третьем. То есть мы можем аниму либо поставить на второй к пробужденному пустому, либо на третий к... Либо на третий к... Этому, к... Колючему. Что будет лучше? Где анима себя будет комфортнее чувствовать? Сколько времени на каждую игру за стрим? 2 часа? Примерно, да. Плюс-минус 2 часа. Ну, оно, конечно, ровно никогда не будет, но плюс-минус запланировано, да. Около 2 часов на каждую игру. Так. Анима. Какая цель у анимы? Цель анимы — нанести урон быстрее, чем атакуют остальные. Чем враги. То есть она бьет первая. По-моему, анима должна быть в самом верху. По-моему, вот здесь ей самое место. Наверху. Для того, чтобы она могла иметь возможность добить мелочевку какую-нибудь супер опасную. Или вот прикрыть колючего пустого от взрывных конструктов, к примеру. Тоже примерно такой же смысл у анимы. Пробужденного пустого прячем. Они сейчас убьют ректора, но это не важно абсолютно. Потому что мы ректора воскресим. Ректор будет воскрешен. Я его не буду лечить. А, он сгорает даже так. Что мы здесь хотим сделать, это, наверное, кинуть мерцание наверху. Для того, чтобы максимально урона боссу нанести. И большую часть отхила мы будем все-таки кидать наверх.
Будем большую часть от хила кидать на шипастого. А, если у нас будет лишний отхил, мы будем лечить пробужденного пустого. Так вот, формовка, самое время. Верните мне ректора. Омега-ректор. Отлично. Ректору капли, и он пошел танчить. Хотя технически омоложение дает 2 шипов. Омоложение будет лучше только при условии, что... Омоложение лучше... Шипы лучше омоложения только в том случае, если у врагов есть мультиудар. Если у врагов нет мультиудара, вы знаете, тогда лучше лечить, по-моему, вот этого парня. По-моему, он больше эффект получает. Я прямо практически уверен в этом. Продолжаем переплавлять одного бойца в ход. Это все, что мы переплавляем, все идет на первый этаж. Туда идет тонна отбросов, и все на первый этаж. На втором этаже, ну, мы можем чувака с бесконечностью поставить. Шипастый больше эффект. Технически, да. Я думаю, что да, ты все-таки прав. И действительно, шипастый больше эффект. Да, я не прав. Шипастый получает 2 урона. Ну, технически 2 урона от каждого противника. А обычный пустой получает плюс 1 урона. Да, я не прав. Шипастый лучше. Окей. Бесформенное дитя. Угасание. Возвращает в вашу руку случайного побежденного бойца. Усиливает его на плюс 40. Облако спор. 2 регенерации. 2 шипов. Добавляет копию этой карты в ваш сброс. Ректор имба. Ректор оверпауэр. Ректор очень хорош. Ректор мега крут. Дитя. А он всего 1 место занимает. По-моему, мы его берем. Еще одна анима, да? Больше анимы, богу анимы. Мы можем пожадничать. Взять барона. Ставить барона к ректору на первый этаж. Да? Пускай барон собирает урожай. Но нам тогда некуда будет ставить отбросов. Вообще и для них места не остается. По-моему, нам нужна вторая анима. Еще одна. Каждому шипастому. Ну не шипастому, каждому пустому. Пробужденному пустому и колючему пустому. Каждому по аниме. Каждому. Колючему по аниме. Госпожу можно. Госпожа крутая. 25-40 статы. У нее очень статы хорошие. Я думаю, мы не будем играть барона. Я передумал. Думаю, нам нужна анима. Мы точно не берем энергию, нам что-то энергия как-то вообще не нужна вроде бы. Особенно с выпивкой Мерцало. Берем место. Да. Окей, погнали. Мы идем на хил. Или мы отхилимся на какой-нибудь мелочевке когда-нибудь. Потому что копии нам не нужны. Что бы мы хотели скопировать? Формовку? Целебный взрыв? Я не уверен, что нам нужно эти формовки копировать или что-то такое. Король Бобро! Всегда готов прийти на помощь в трудный час! Король Бобро! С рядом времен он защищает нас! Йоу! Удачных стримов! Больше поездов, богу поездов! Макто, спасибо тебе огромное за подписку 3 месяца подряд! 1, 2, 3. Спасибо тебе огромное за поддержку в течение 3 месяцев целых. Удачных
Больше поездов богу поездов, согласен. Спасибо тебе громадное, чувак. Приятного тебе просмотра. Добро пожаловать на стрим. Погнали. Мы берем хилку. Мы не берем хилку. Мы не берем хилку. Мы жадничаем. Госпожа и барон. Мы взяли место. Мы взяли место, теперь мы можем поставить барона. Барона на первый этаж к ректору. По-моему, нам не нужна госпожа. Но мы хотим, чтобы ректор умирал. Не то, чтобы мы жаждем, чтобы ректор умирал, но мы не против. Ничего страшного. Барон, конечно, очень медленно бафается. Сколько это ему? 10 киллов для того, чтобы 10 урона получить. Конечно, очень смешно. Просто... Как она будет работать, госпожа? Вот стоит он, она будет стоять перед ректором. Она будет давать ему выгорание. Но он тогда никогда мы его не воскресим. По-моему, мы скипаем это все. По-моему, это все лишнее, чё. Обыграть на героя. А мы берем мега-ректора. Он мега-ректор. Да? Яркое пламя 2. Мы не делаем зов тьмы. Переплавка случайного бойца. Мы делаем... Наш ректор будет самый огромный ректор. Этот ректор будет такой большой. Нужна ли нам бесконечность кому-то? Дитя? Дитя с бесконечностью? Это имеет смысл? У нас уже переплавка есть. Ну плюс 40 урона, да. Наверное, надо сделать так. Нам нужен урон кому? Кому здесь нужен урон? Я думаю, нам нужно немного хп анимам, чтобы их не шотали. Желательно, наверное. Рерол. Можно одну аниму сделать очень большую аниму. Смотри, какая большая анима. 40 урона. Опять же, мы взяли место, она помещается с колючим пустым. У нас 6 места есть. Или мы можем большое дитя сделать. Потому что аним мы не хотим переплавлять. Альтернативно можно сделать большим пустого, а не аниму. Это смысла особого не имеет. Нам лучше аниму сделать больше. И еще один апгрейд на вторую аниму. Эта анима не такая большая, но она среднего размера. В общем, у нас есть очень большая и средняя анима. Можно колючего пустого подбафать немного, чтобы его тоже случайно не убили. 10 хп ему накинуть сверху. А колючего бафаем. На всякий случай, чтобы его не шотнуло где-нибудь. Как человек, полтора года вырезающий из дерева небольшую подвеску и забраковывающий каждый результат, могу понять мысли типа «А так ли я в этом хорош?». И все же, считаю, что ответ на этот вопрос даст лишь человек. Люди, для кого это все предназначено? Йоу, Рейнмар. Рейнмар, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за донат, цел 96. Спасибо тебе большое, чувак, за поддержку. Чего ты делал? Полгода вырезал из дерева небольшую подвеску и забраковывал каждый результат.
Ну, ну значит, ты меня понимаешь. То есть у меня нет никогда ситуации, что я смотрю на свой стрим и говорю: о, вот у меня все хорошо, я сделал, вот сегодня на стриме я сделал отличный стрим. Каждый раз я включаю свой стрим, я вижу какие-то моменты, которые можно доработать, которые можно сделать лучше. Меня никогда не устраивает. Не было ни разу у меня результаты на стриме, которые меня устраивают. Я не знаю, правильно это или нет, но... Мы берем шипы и идем вперед. Шипы против шипов. Кто победит, шипы или шипы? Наши шипы круче или их шипы круче? Хорошо, что мы аним проапгрейдили, иначе бы они шотались шипами. Мерцало. В бой мерцало. Так, колючий мы вроде решили, что лучше всего смотрится на последнем этаже, да. И у нас одна анима больше, вторая меньше. Та анима, которая больше, идет на третий этаж. А анима, которая меньше, идет на первый этаж. Окей. Вроде бы это как-то так работает. Но у нас точно билд по существам готов полностью. Блин, я не смогу убить тебя. Я смогу убить его пробужденным пустым. Да, отлично. Формовка не работает. Нам все равно в формовку стоит всегда играть, чтобы она у нас была под рукой. Правильно? Да. Просто играем формовку, чтобы она сыгралась, она не сработала недобиток. И она была на следующий ход. Okay. Самое время для мерцания. На ректора нам... Ну, я не буду говорить, что нам пофиг на ректора, но нам не срочно нужен ректор. Мы не будем заморачиваться с ректором и с тем, чтобы его защищать. То есть его лечить мы не будем. Мы фокусируемся на лечении следующих этажей. Да. Формовка по кулдауну. Каждый раз хотя бы одного чувака возвращаем в бой. Целебный взрыв тоже идет куда-нибудь сюда. Хотя, опять же, надо стараться лечить шипастого. Потому что шипастый у нас слабоват получается. Такой шипастый, знаешь, какой-то. Шипастый, не до шипастый, но... Продолжаем бафать отбросов. Больше отбросов, богу отбросов. Молельщик, честно, вообще бесполезен как-то у нас. Мисплей? Где у нас мисплей чат? Вот теперь ректор выгорел. Ну тут дитя было бы неплохо сыграть, но... Неважно. Может быть и важно. Не важно. Убили босса. Надо больше фокусироваться на том, чтобы лечить этого малечка. Йоу, плюс 3 хп всем союзникам. Огонь. То, что нам нужно. Еще чуть-чуть бафнуть аним, подзащитить. Усиливать всех отбросов. Огонь. Просто огонь. Клубы дыма дают союзным бойцам 2 незаметности. Два незаметности, да? Это опять же нужно, чтобы защищать ректора или шипастого, или еще кого-то. Нам это не очень нужно. По-моему, это можно проигнорировать. Так, сокрушительная смерть. Убивает случайного союзника, убивает случайного врага, не босса. Кинжал. О, это каркар кинжал. Поглощающий клинок. Пробивание наносит 8 урона. Убивание навсегда увеличивает урон на 3. Окей, мы должны взять этот клинок, да? Клинок. Это каркар. Это каркар, клинок. Прививка. Прививка для нас хорошо. Осколки пекла тоже очень хорошо. Но прививка примерно тот же эффект имеет. Направленный рост восстанавливает 28 здоровья. Возьмите плюс 2 карты на следующий ход. Думаю, мы берем прививку. Просто со вкусом, с силой магии, она рабочая. Не-не, прививка нормально. Прививка это плюс 1 карта. Окей, мы идем за артефактом на шару, потому что, ну, на покупку артефакта все равно не хватает. У нас есть копия, можем что-нибудь скопировать.
5 энергии, если погибает в плавлении. Плавление — это что? Это вот эти? Наносит 5 урона бойцам врага, если погибает боец с выгоранием. Взрывная свеча, да? Мы просто отбросов можем использовать как бомбы. Это на картах написано вплавление. Так. Восковик, восковик, восковик. Машина. А, я вижу, у них есть класс. Первый раз увидел. Прошу прощения. Господи. F-стример. Вот оно, вплавление, вижу. Мы это не будем брать. Свеча. Свеча не то, что, по-моему, очень нам нужна, но пойдет. Окей. Копия. Если нам копировать, то только заклинания. Ничего, кроме заклинаний, нет смысла копировать. Я думаю, нам не нужна еще одна формовка. Мы всегда можем иметь бесконечное количество прививок. Прививки очень хороши. Они дают тебе добор, они бесплатные. Дитя копировать я не знаю. Защита от чар. Защита от чар может быть проблемой, но мы так хорошо все проходили. Давайте жадничать. Защита от чар будет тяжело. Клинок будет тяжело использовать. Ректор вниз, колючий наверх. Это средняя анима. Средняя анима идет на второй этаж. Ректор сюда. И отброс, по идее, после смерти отброс нанесет 5 урона всем, правильно? Да, у него массовый урон, отлично. То есть мы отбросов хотим сливать. И клинок увеличит свой урон, если мы кого-нибудь убьем. Поэтому клинок тоже всегда играем. Большая анима наверх. Пробужденный пустой сюда. И дитя под слив. Отброс на 49 урона, а? Еще дитя. И начинаем хилить здесь. Больше прививок. Богу прививок. Ой, по-моему, мы... по-моему, мы это сделаем нам... Защита от чар не помеха будет. Даже если они всю пачку наших отбросов сливают, это все равно тонна дамага идет. О нет, они, мы защитили дитю, что я совсем не хотел делать. Ошибка. Мисплей. Да, дичу не надо было защищать, что-то я это спанул. О нет, у них же защита от чар. Цепку лазута. Угу. Можно было и раньше догадаться, если что. Просто убей своей магией дитю, и все. И все проблемы решатся автоматически. Ну как автоматически? Ну все еще. Мы пропустили чувака наверх. Смотрите, чат. Нам не хватило урона. Но ректора не было. Ректора не было на месте. Это проблема. Чуваков, которых мы возвращаем, нам некуда ставить. Мы убиваем его, но... Было опаснее, чем должно было быть, по-моему. Надо было продлевать свечки. Да, по-моему, нам не нужно играть больше продления ни на кого.
то они занимают место, и очень неудобно. Дает энергию за каждого дружественного бойца. Еще один молельщик, которого мы вообще не играем. В общем, не продлил выгорание Мерцала, он убивал бы босса. А я что-то не обратил внимания. А надо было продлить Мерцала, наверное. Окей. Мы перестаем брать лишние заклинания. Все остальное. У нас большая колода. Колода огромная. 31 карта для этой игры — это очень много. Мы почти не убирали карты. Нам нужно скипать, нам нужно удалять карты. Мы идем прямо на удаление карт здесь. Мы, наверное, большую часть денег потратим на удаление карт в магазине. F-стюарды. Мы были хорошими солдатами. Юка. Мультиудар. Уф. Мы не можем пропускать мультиудар, правильно? Мультиудар пробужденному пустому. Или анима. Наверное, аниме, наверное, лучше всего мультиудар поставить, да. Рольнуть на еще один мультиудар. Бесконечность. Но это некому, некому давать. ХП. ХП. Ну, какому-нибудь, наверное, пробужденному пустому, да? Может, нам не вешать ни урон, ни ХП, ни бесконечно здесь. Может, заняться удалением. Брать молельщика, которого мы не играем никогда. Убрать стюарда. Убрать стюарда. Сейчас я поудаляю карты и потом посмотрим, что может сделать. Окей. Теперь у нас еще остались деньги. Теперь можно что-нибудь бафнуть. Перфекционизм — своеобразное проклятие. Хотел вырезать подвеску девушки на день рождения. В итоге в подарок символически вырезал фигурку хомяка с розой в руках и полтора года спустя все еще работаю над дизайном подвески и собственным стилем резьбы. Йоу, Рейнмар, спасибо тебе огромное за донат. Спасибо тебе большое за донат, чувак, за поддержку. Хомяк с розой в руках — это огонь. Мне очень нравится. Этот... То, что ты пришел... От подвески к хомяку с розой в руках, это, по-моему, это прогресс огромный. Это, по-моему, это очень верно. Апгрейд. Так, блять. Окей. Вот здесь фэл. А как мы будем с ней играть? Нам нужно не продлевать огарков. Нам нужно продлевать мерцало, но не огарков. Мы хотим играть всегда этот высшую меру. Играть сразу. Тут мерцало идет сюда. Мы его продлеваем сразу на фул, потому что он все равно сильно не бафнется. И это какая у нас? Это средняя анима. Она идет на второй этаж. Они могут пробежать, но надеемся, что вытащим массовый урон. Колючий наверх. Анима скорости к нему же. И отбросы. Знаешь что, если мы кинем сюда отброса, он взорвется и убьет всю мелочь. Отлично. И отбросов мы используем, грубо говоря, как бомбы. Мы их ставим под удар, их убивают. Потом мы их можем реснуть. Потом они становятся сильнее. По-моему, отличный план. Вот наши хилы, хилки появились. Всегда играй отбросов. Столько, сколько можешь. Всех отбросов. О, бафнуть клинок, кстати. И все хилки идут на колючего пустого. Когда у него место под хилки закончится, мы начнем кидать хилки на пробужденного пустого. Хомяка в рост человека. О, это еще лучше. Формовка, всегда формовка. Без остановки формовка. Больше формовок, богу формовок. И сливаем все, что нафармировали. Нам не важно.
Они умирают и не наносят массовый урон. Больше формовок, боку формовок. Отлично. Я не защищаю директора, который у нас под бафами. Я что-то только что мискликнул, но не важно. Да, я мискликнул, по-моему, хилку кинул на восковика, но... По-моему, это не решит. Надеюсь, это не решит. Сюда дитя, сюда больше отбросов, богу отбросов, ну и... Так, мы этого чувака захилили полностью. Колючий отхилен на фул был. Значит, можно спокойно... Спокойно хилить теперь второго пустого. Кстати, в этом плане очень хорошо иметь несколько пустых, что мы не привязаны к хилу все время одного и того же чувака. Мы можем распределять хил. Ректор до сих пор жив, смотри. Ректор супер. Ректор всего два хода будет жить, но тут что делать. Для босса у нас есть пустые всех видов, которые были отбафаны, которые должны теперь нормально наносить урон, танковать и все остальное, да. По идее. А надо место оставлять под ректора, вот я сейчас понимаю. Что нам нужно место под ректора. Потому что вот мы сейчас ректора рейснем, а его не сыграть. Ему нужно два места. Нужно в конце оставлять под ректора для босса две позиции на втором этаже. Конкретно нужно еще взять место будет и не ставить этого московика. Клинком аниму убить. Ну, нам не столько это критично, но, кстати, идея отличная, просто шикарная. Потому что ректор против босса сильнее аниму будет. Да. Окей. Быстрота. И есть охотник за головами. И есть костыль восковиков. Силюет связного бойца на плюс 3. Х накладывает выгорание. Если много энергии, типа костыль играешь, такой чувак начинает убивать всех. Костыль можно на ректора кидать. Охотник за головами. Угасание. Плюс 10 силы навсегда. А мы успеем ли поиграть с охотником? Мы не успеем чат качнуть охотника. Охотник поздно уже. Можно взять книгу. Для кого? Книга норм? Да, но для кого? Для ректора? Ну зачем? У нас ректор никогда не умирает. Он умирает, он выгорает. Книга нужна для того, чтобы он убивал быстрее, чем его убивают. И он не умирает. По-моему, это скип сет. И мы берем еще больше места. Все место. У нас ректора ни разу... Убили что-то там в первых комнатах, но тогда не считается, тогда еще билда не было как такового. И мы копим деньги, мы ничего не будем делать с деньгами. Нам нужны деньги на артефакты потом. Посмотрим продаться магии. Что можно удвоение сделать? Можно удвоение на капли повесить, чтобы с ректором точно проблем не было. Сила магии поглощения, наверное, на лазу было бы разумно. Что-то какие-нибудь опасные цели. Формовку нельзя удвоить. Недавно купил игру за 15 плюс ранов, не могу поймать ботов. В смысле... Каких ботов? Пробужденные бафаются даже оверхилом, клинком своих можешь убивать. О! Спасибо большое. Я забыл, что пробужденные бафаются.
добитку на кинжал? Я хочу оставить золото, чат. Я хочу оставить золото на артефакты здесь. И не буду тратить золото на апгрейды магии. По-моему, у нас вся магия нормально себя чувствует. Мне нужен маленький ректор 150-153. Маленький ректор. Единственное, что с таким ректором, может быть, удвоение ему надо, но... Рискнем. Рискнем. Будем надеяться, что ему хватит капли, что каплей хватит. Шипы. Да. У них тоже шипы. И у нас шипы. Чьи шипы лучше? Что там мне подсказывает, что... Наши шипы должны быть несколько получше, особенно с ректором в 150 дамага. Так, это у нас пустые для второго этажа. И этот чувак что навешивает? Мультиудар. Ага. Хочу ли я его добить мерцанием? Ну, прививка точно пойдет сюда. Хочу ли я мерцанием убить ихнего хилера? А мы его не убьем. 5 урона только. Тогда не пофиг. Колючий пустой пошел наверх. Сейчас не хватает урона нам. Мне надо отбросов кинуть сюда на первый вперед, чтобы они повзрывались и поубивали тут все, что движется. Своим взрывным массовым уроном. Так, ректор пока в порядке. С ним никаких проблем. Так, ты 5 урона наносишь при гибели. Если мы убьем этого чувака, ректор кучу дамаги нанесет. Потому что мы очистим ему место, чтобы 150 урона нанести, да? И начинаем отхиливать шипастого, чтобы он дамажил. Что у нас сейчас у шипастого будет сильно не хватать урона. Так, клинок. И может кого-то критичного добить. Ректор сейчас выгорит, чат. Ну, мы его рейснем, но он выгорит. Сейчас задача стоит реснуть ректора, потому что ректор исчез. Дитя, ресни мне ректора. А, вот формовка, отлично. Все. Мы в порядке. Ректор был реснут. Да, кинжал мы будем использовать по кулдауну. Так. Есть один момент. Надо ректора бафать. Сейчас будет босс. Стрекая движуха. Они убили нам второй этаж, но... Типа, что ты будешь делать? Операция спасти ректора. Нет, мой ректор! Они убили его. Дает плюс один урона при получении урона. О, не-не-не. Формовку надо сыграть. Вернуть кого-нибудь, но не разыгрывать его. Не ставить его сюда. А, ставить, потому что мы туда на следующий ход ректора снова поставим, когда они его убьют. Первый этаж. Первый этаж не может быть убит, потому что первый этаж бессмертен. И ректор возвращается. Вы думали, вы убили ректора? Вы ошибались. Ректор вечен. Нельзя убить то,
что уже мертво. Йоу, это очень крутой. Очень-очень крутой забег. О, снятие окалины убирает все ослабления с союзников. Это должно контрить дебафы босса финального. Снятие окалины будет снимать минус к силе. Йоу, берем его. Все остальное, честно, я буду скипать. У нас слишком много карт все еще так-то. Это очень-очень должно хорошо законтрить нашего босса. Нам не нужны апгрейды. Нам не нужны апгрейды, нам не нужны копии. Но мы идем на хил, удаление карт и артефакты. Удаление карт. Сейчас посмотрим, что мы удалим, кстати. 800 золота на арты. Много. Пекло получает 15 к урону. Очень заманчиво на самом деле. Враги минус 1 силы. Минус 1 силы для нас просто... Это отправляет нас в космос, потому что... Мы шипы. Мы играем через шипы. Сталь дает нам добор. Ну, как бы глупо ее не брать. 15 все равно пеклу, я не знаю. Давайте рольнем. Что поищем поинтереснее. Укол. Укол получает плюс 20 силы магии, бра. А при использовании чар, стоимость остальных чар, обладающих меньшей стоимостью, снижается до нуля. Это реально просто бесполезно. И перо. Наносит 30 урона переднему бойцу врага при активации карты с поглощением. Да, все бесполезно. Мы пойдем апать магию тогда. Удвоение. Удвоение на капли. Чтобы, ну, гарантировать, что у нас ректор сильно не сгорит на работе. Так, то, что я хотел, урон поглощения лазе. Снижение стоимости на... Да, нужно ли мне снижение стоимости? По-моему, не очень. О, мерзлота нам нужна на снятие окалины. Сила магии поглощения на... Ну, не знаю, можно на одну из прививок повесить, но, наверное, не актуально. Нам нужна просто сила магии. Потому что мерцание вот это стало уже бесполезным. Из-за того, что мы его... Снижение стоимости, я не знаю. На... Мерцание на 5 урона очень мало. Его лучше бафнуть, да, чтобы один раз использовать, но зато от него хоть эффект какой-то будет. Снижение стоимости, наверное, на клинок. Хотя... Сомнения есть. Ну, окей. Мне кажется, мы готовы сейчас еще удалить две карты точно. Удалить пару отбросов. У нас их слишком много. Да? Нам не нужно столько отбросов. Нам три штучки будет. О, более чем достаточно. Варлок шпиль уже был? Да. Был. Будет завтра. Еще раз. На окалину недобитку. Да, можно было тупо ее крутить вот так без остановки. Слушай, по-моему, мы убираем отброс один. Да. Два удаляем. Нам не нужно три отброса. Пять отбросов. Три хватит. Ну что, мы еще дитя игр. Да, три должно хватить. Когда Грифлендс? Не знаю. Когда там переводные нас делают до конца, то там же перевод не готовы еще. Дитя нам сейчас ничего не даст, но она с бесконечностью. А, дитя даст, если мы отбросы сольем перед детем. Та большая анима, она идет. А нужна ли нам большая анима наверху? По-моему, нам нужна... Большая анима на втором этаже лучше смотрится. Да? Правильно, чат? Я могу хильнуть врага. М-м-м.
Мы все еще не вытаскиваем наш основной дамаг, но, к счастью, аниме тащат. Аниме молодцы, аниме тащат. Я люблю аниме. Клинок есть, отлично. Больше клинков, бог клинков. Можно ли сердце полечить? Нельзя. Может, дитя ставить за героем? А в смысле, его должны убивать, дитя. Чтобы от него эффект был. Разве не так? Иначе оно будет бесполезное. О-ра-ры-ра. Итак, музыка тут нравится. О-ра-ры-ра. Огонь. На боссе можно дитя за героем ставить, герой все равно умирает. Ну да, логично. Понимаю логику. В принципе, имеет смысл, да. Так, и вот оно, снятие окалины, которое мы сделаем потом. Попозже. Мы его оставляем. Мы его копим. И когда Серафим пойдет в атаку, тогда мы снимем все дебафы. Пока что мы вроде тащим и так, плюс-минус. Что-то они прорываются, смотри. Гады. Подожди. Омоложение. Конечно, вот тот пустой, который не колючий, что-то мне не очень нравится. Что он не наносит достаточно урона, чтобы быть эффективным. Честно говоря. Наверное, шипастый, который с этим. Ну, не шипастый, а... Да, шипастый, колючий. Господи. Пустой шипастый сильнее будет, чем пробужденный. Наверное, надо смотреть по ситуации. Что, например, шипы — это баф. И его, соответственно, могут снять. А, некого реса. Все живы. Соответственно, есть смысл... Есть очень-очень хороший смысл в том, чтобы... Когда финальный Серафим, который снимает бафы, брать пустого, который бафает себе силу просто сам по себе. Но во всех остальных случаях у меня такое впечатление, что лучше этот... Что лучше так не делать. Окей, мы... Как раз получили дитя, и вы правильно говорите, чат. Я ставлю дитя за героя, тогда, когда дитя умрет, оно сможет реснуть ректора. Все абсолютно верно. И что мы в этом случае можем сделать? Мы можем... Здесь всех убивают, походу, без проблем. Мы не хотим с ректора здесь снимать окалину. Окалину мы хотим вот на втором этаже снимать, там, нашей самой сильной аниме. И теперь мы можем еще ректора поставить сюда. Нет, не можем, места не хватит. Почему место? Ректора мы можем сюда поставить. Здесь снятие окалины делаем и... Подожди. Все ли я правильно делаю? Это что-то мисплею, чат. Что я мисплею?
Во-первых, я шипы закрыл ректором. Чат, еще очень важный вопрос, почему я мисплею. Убьем его? Мы не убьем его, а? Не-н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 е
Отказываюсь так играть. Снятие окалины не помогает. Что за фигня-то? У него один хп. Были те, кто говорил, что я все-таки с последнего момента не спойлер. Абсолютно, 100% были те. О, сердце зарешало. У босса осталось один хп. Классический случай.